до сих пор выживаю. Без сомнения. У меня иногда ночные видения, но это не галлюцинации, это воспоминания, это реальность, это страдания, мечтания, старания. А если взлететь? А если взлететь? Не буддист, не индуист, не сикх, не специалист. Не верю, что новая жизнь — это чистый лист. Можно ли найти ответы, которые искал, не получив от природы злобный оскал? А если взлететь? А если взлететь? Наверняка можно, если по-настоящему захотеть. Иногда себя спрашиваю: а если взлететь? Вдруг то самое безумное, что я слышал и видел, все же имеет какой-то смысл. Ха! В абстрактном виде. А если взлететь? А если взлететь?